Индивидуальные прыжки на батуте, девочки, вторая группа. Первое упражнение — Юлия Цыма, Ростовская область, готовится воеводина. Двойной мини-трамп. Девушки 17-18 лет. Первое предварительное упражнение — Алена Татасонова, Ростовская область, готовится Куркова. Батут юноши 9-10 лет. Первое предварительное упражнение — Никита Везняковцев, Москва, готовится Корженевский. Акробатическая дорожка, вторая группа, первое упражнение — Кристина Лексина, Тюменская область, готовится Григорьевой. Елена Буркова, Москва, готовится Троянова. Акробатическая дорожка, Алина Григорьевна, Самарская область, готовится Кузнецова. Алина Троянова, Оренбургская область, готовится Кириленко. Девочки, батут. Дарья Неспанова, Иркутская область, готовится Епифанова. Акробатическая дорожка, Екатерина Кузнецова, Краснодарский край, готовится Котлярова. Батут юноши Илья Корженевский, Хабаровский край, готовится Дашко. Двойной мини-трамп Валерия Кириленко, Ростовская область, готовится Балаботова. Девочки, батут. Анна Епифанова, Хабаровский край, готовится Карпова. Акробатическая дорожка, Анна Котлярова, Краснодарский край, готовится Шумских. Готовится Татасонова.
Поток юноши Василий Дашко, Ставропольский край, готовится Меджинков. Девочки, поток Виолетта Карпова, Краснодарский край, готовится Грецкая. Акробатическая дорожка Дианы Шумских, Москва, готовится Андреева. Алена Катасонова, Ростовская область, готовится Куркова. Поток юношей Василий Меджинков, Москва, готовится Дюков. Акробатическая дорожка Василиса Андреева, Москва, готовится Федякина. Двойной мини-трамп Елена Куркова, Москва, готовится Троянова. Девочки, батут Карина Грецкая, Санкт-Петербург, готовится Денисова. Акробатическая дорожка Алина Федякина, Самарская область. Баток юноши. Иван Зуков, Астраханская область, готовится Выгребский. Двойной мини-трамп Полина Троянова, Оренбургская область, готовится Кириленко. Девочки, батут Полина Денисова, Москва, готовится Фаркер. Девушки, второе упражнение Кристина Лёксина, Тюменская область, готовится Григорьева. Двойной мини-трамп Валерия Кириленко, Ростовская область, готовится Балаболова. Батут юноши Владимир Выгребский, Ивановская область, готовится Касимов. Акробатическая дорожка Алина Григорьева, Самарская область, готовится к Кузнецову. Thank you.
край. Готовится Хомина. 2 метра. Ксения Балабонова, Нижегородская область. Акробатическая дорожка Екатерина Кузнецова, Краснодарский край, готовится Котлярова. Батут юноши Данила Касимов, Астраханская область, готовится Плотников. Акробатическая дорожка Анна Котлярова, Краснодарский край, готовится Шумский. Батут девочки Светлана Хомина, Астраханская область. Батут юноши Илья Плотников, Воронежская область, готовится Алиса. Акробатическая дорожка Диана Шумских, Москва, готовится Андреева. Батут девочки, второе упражнение Юлия Цима, Ростовская область, готовится Войводин. Акробатическая дорожка Василиса Андреева, Москва, готовится Федякин. Батут юноши Вадим Алисов, Белгородская область, готовится Лесниковцев. Акробатическая дорожка Алина Федякина, Самарская область. Девочки Батут Анна Воеводина, Московская область. Готовится Неспанова.
выигрыше второе упражнение Никита Лизняковцев, Москва. Готовится к Ржевске. Дарья Неспанова, Иркутская область. Готовится Епифанова. Батут юноши Илья Корженевский, Хабаровский край. Готовится Дашко. Батут юноши Василий Дашко, Ставропольский край. Готовится Меньшенков. Виолетта Карпова, Краснодарский край. Готовится Грецкая. Thank you.
Полина Грецкая, Санкт-Петербург, готовится Денисов. Батут юноши Иван Дзюков, Астраханская область, готовится Выдрицкий. Полина Денисова, Москва, готовится Фарго. Следующим группам приготовиться к выходу на соревнования. Батут юноши Владимир Выдрицкий, Ивановская область. Готовится Касимов. Евгения Фарго, Краснодарский край, готовится к Хомину. Батут юноши. Данила Касимов, Астраханская область. Готовится Плотников. Светлана Хомина, Астраханская область.
Батут юноши Илья Плотников, Воронежская область. Готовится Алиса. Батут юноши Вадим Алисов, Белгородская область. Третьей группы